Возле детского диагностического центра высадили новые деревья. Липы рекомендовали в департаменте городского хозяйства. Растение хорошо приживается и дает много тени. 5 саженцев – это зеленая компенсация от компании «Городские парковки». Их высадили рядом с платной муниципальной стоянкой. В прошлом году там забрали 1 метр у газона, чтобы увеличить количество паркомест до 60. Парковки вблизи крупных медицинских центров, как правило, заполнены до отказа. Поэтому инвестор рассматривает все возможности для создания дополнительных мест. У нас эта работа ведется постоянно. За прошедший период мы увеличили вместимость парковок по улице Красных Партизан в районе 2-й краевой больницы, по улице Димитрова и Бургаска в районе онкодиспансера. Также дважды увеличивали здесь, на улице Постовой. Также мы планируем еще увеличить вместимость парковки в районе онкодиспансера. Сейчас в Краснодаре работает 156 муниципальных платных парковок. До конца года планируется открыть еще 40.